во льду. Вот такой у нас апрель. Крысы летучие. Он сидит у окна, залез на леса, упал и тоже умер. Такая замечательная, веселая история. Домик. Домик. Бывает вот так вот выйдешь там, а тут толпа стоит. Вообще, на самом деле, у меня есть отдельный выпуск, не у меня на канале. Я делаю его для застройщика, называется «Петербург Достоевского», где я показывал свою квартиру до того, как там был произведен ремонт. Классическая трехкомнатная квартира, метражом 42 метра. Размещу ссылку там, посмотрите. И сейчас сюда уже не зайти, в этот подъезд. Обратите внимание, как здесь стоптаны ступени. Почему? Потому что, ну, каюсь, это я поставил сюда домофон, кидайте в меня помидоры. Я был против, на самом деле, этого, но детяти, которые выходят вот там и видят бомжей и всяких алкашей, ему не очень приятно. А поскольку я основное время провожу в Сестрорецке и не могу тут выйти и сказать людям пару ласковых, а еще бывало ведь как, ты выходишь, там сидят какие-то персонажи, говорю, могли бы покинуть помещение? Говорю, да с чего? Я говорю, ну, с того, что я тебя сейчас... А я полицию вызвал, говорит он мне. И ты тут уже начинаешь задумываться, как бы, а нужны тебе все эти истории? А вдруг он действительно полицию вызовет и выставит тебя как бы как главного агрессора, хотя я, в принципе, владелец помещения. Но по факту я обращаюсь к гидам, коллегам, если вы летом, именно летом будете экскурсии, вам принципиально важно сюда попасть, напишите мне в личку, если я буду дома, я открою. Но это только летом, потому что я обитаю только летом, а все остальное время я провожу в курортном районе. И здесь нет никакого кода, это можно открыть только ключом. Считается у многих, что это тот самый подъезд, где жила старуха-проценщица. Ну, в принципе, вы можете в ролике посмотреть. И я вам от себя скажу, что это белыми по воде писано. Пошло это сам Циферова с его книжки, по-моему, 23-го года издания. И потом все эти достоевсковеды, соответственно, пустили эту байку. Вообще, Циферов предположил 3 дома. Двое из них находятся там дальше, на углу, соответственно, Садовой и Канавы. Один раз я наблюдал картину, как вот подошли люди сюда с гидом и сказали, а там вот самый маленький двор Петербурга. Ну, и самые маленькие дворы Петербурга показываю я, на самом деле, потому что это не самый маленький двор, есть и поменьше. Достоевский писал, что Раскольников заходил с улицы и поворачивал направо. Но направо всегда было закрыто, а вот налево открыто. И как бы многие мои коллеги как делали? Они заводили с канавы, ну, с Екатерининского канала, ныне канал Грибоедова, и говорили, что ну вот направо. Мы сейчас покажем эти ворота. На самом деле, что-то о топонимике мы знаем со слов Анны Григорьевны Сниткиной, второй жены Достоевского. Она там какие-то вещи оставила в своих воспоминаниях, но в основном это, конечно, домыслы, основанные на описаниях, которые Федор Михайлович Достоевский зашифровал в своих произведениях. Он любил сокращать названия, ну, конкретно это, дефис «Ая улица» и «Угол канавы». Ну, соответственно, предположили, что ближайший дом от дома Раскольникова это вот этот вот дом Вальха. С тех пор так и повелось. А мы сегодня с вами прогуляемся здесь вот в окрестностях, где я, в принципе, еще даже не успел все излазать, хотя много лет уже здесь живу. Но я вам сегодня буду рассказывать в основном про театральную и околотеатральную жизнь. Хотя кое-что мы с вами посмотрим, зайдя во дворы, где на самом деле я уже ходил в одном из своих видео, но это была не видеоэкскурсия, это были мои рассуждения о Навальном исторической перспективе. Да? То есть был период, когда я показал, что Навальный гораздо больше революционер, чем многие из нынешних, которые так себя называют, потому что он хотя бы сидит. Да? То есть он идет по пути стандартным для любого человека, который пытается как-то
вести оппозиционную деятельность, ну, не настолько агрессивного характера, как, например, партия «Народная воля», о которой тоже я расскажу и не раз, поскольку здесь у меня есть отдельный маршрут, где я, кстати, в ближайшее время буду гулять. Вот тут, видите, такие, пошли, зайдем, покажу. На Бранмаурах. Вот видите, здесь такая условная карта метро Петербурга с какими-то обозначениями. Часть из этих обозначений нынче признана экстремистской. Вот, например, там буковка F. Неужели это Facebook? А буковка G, неужели это Google? Вот, но Пушкинская 10, где мы были, у меня есть видео оттуда, присутствует. Ну и там всякие зайчики, медные всадники и так далее. Мы сейчас с вами зайдем на Малую Подьяческую. Я вам покажу дом, вот где находится, как мне кажется, один из самых эпичных дворов. Он настолько эпичный, что я там даже видеоклипец забабахал. Но прежде чем мы туда зайдем, и чтобы продолжить как-то тему Достоевского, я вам хочу показать вот этот вот угловой дом. Надо нам сейчас будет сюда перейти. Вот обратите внимание, рустованные стены, очень узнаваемый силуэт арки, замковые камни, дверь и так далее. Вот на этом углу стоит Свидригайлов и показывает, что я живу вот в этом доме. И действительно показывает на этот дом. И здесь у нас находится дворник, который его приветствует. То есть, собственно, даже советские кинематографисты, это знаменитый фильм 1969 года, я его тут скачал. В озвучке четырех вариантов очень было забавно наблюдать озвучку на английском языке. Его можно вечно пересматривать, потому что, как мне кажется, это одна из самых вообще удачных экранизаций Федора Михайловича, которого, конечно, кто только не пытался экранизировать. Да, так вот, сегодня я буду очень часто и очень много прибегать вот к такой книжке, не только к этой, я еще взял несколько книжек с собой. Это одна из моих любимых серий, называется «Туристу о Ленинграде». Они, как правило, тоненькие. Вот обратите внимание, что здесь стоит цифра 30. Это я за 30 рублей в свое время покупал в магазине старые книги. К сожалению, этот магазин закрылся. Находился он на Петроградской стороне. Вот сюда мы с вами сейчас зайдем. Здесь, кстати, был ремонт. Здесь в прошлом году здесь положили асфальт. Я как-то привел сюда группу, а тут вот было не зайти. Вот. Смотрите, какая прекрасная картина. Воодушевляет, да, я так полагаю. Ну и вот здесь мы с одной нимфы, это огонь, смотри, во льду. Вот такой у нас апрель. Я всегда говорю, что апрель один из самых, на самых мерзких месяцев в Петербурге. Почему? Потому что ты уже расслабил булки, ты думаешь, что все, вот она весна, вот она вроде солнце начинает появляться, и тебе всегда бабах. Вот из этой арки мы выходим в этом клипе, и на этом наша а-ля любовная история заканчивается. Если интересно, наберите МС огонь в объятиях небес и увидите это дело. Ну а там мы сейчас выйдем тоже к одному из самых таких живописных уголков Петербурга под названием Львиный мостик. Я иногда летом, когда здесь прибываю, выхожу туда, чтобы почувствовать себя, ну, местным жителям, потому что туда приезжает огромное количество автобусов с туристами. Они выходят, фотографируются, а ты на это взираешь и понимаешь, что чувствует, например, ну, не знаю, парижане, да, которые там бегают в суете своих дней, а вокруг там орды тех, кто приехал поглазеть на столицу Франции. Есть у Добужинского гравюра, изображающая этот львиный мостик. И на этой гравюре
виден вот тот самый двор, в котором мы только что были. Ну, не двор, а дом. Он такой, знаете, распашонкой, поскольку он на углу стоит. Соответственно, вы можете видеть этот дом. Мы идем дальше, так, да, возвращаясь к тому мосту. Он не грифонский, он львиный. Там тоже львы. Потому что грифонов птичьи головы. Вот здесь у нас есть здание. Оно связано с отдельной историей, о которой мы снимем отдельную экскурсию вот там, потому что там произошел один из самых известных эксов в Фонарном переулке, так называемый, эсерами-максималистами. Но один из террористов побежал сюда, и обратите внимание, ну пойдем подойдем поближе, чтобы показать, на то, что дом по фасаду вроде как новый, а внизу у нас вот такие вот сохранились двери. В некоторых из этих дверей сейчас располагаются пабы и бары. Это здание бывшей полицейской части. То есть здесь когда-то была каланча, она была перестроена в советское время. И, собственно, теперь об этом напоминают только эти самые двери. Ну, а окрестности данные, они изначально были подчинены, собственно, идеи театральной жизни. И вот большинство вот этих вот домов, которые у нас по правой стороне, они... Ой, мамочка, крысы летучие. Они все в той или иной мере служили... искусству. Тут было и театральное училище еще в 19 веке. Но нас больше, конечно, интересует вот тот угловой дом. Я вам сейчас найду, покажу проект. И надо сказать, что, конечно, проект этого дома, он был более цельным. Вот посмотрите. Видите, здесь должна была быть башенка. Кстати, написано, публикуется впервые. Тут очень много таких картинок. И вот эта башенка, отсутствующая там, она вот, ну, убила, как мне кажется, весь замысел, потому что вот это, ну, как по-французски говорится, турель, это же как бы намеки у нас на, собственно, некое такое средневековье и прочее, вот, в районе, в Париже, в районе, господи, Тамполь, он называется. Там прям сохранилась такая башня от замка тамплиеров. И она, конечно, приобрела бы определенный шарм и задала бы акцент. А так вот ее нету, и, соответственно, на нет и сюда нет. Но нам интересно то, что, во-первых, в этом доме жила балерина Истомина. Я вот сейчас достану еще одну шпаргалочку свою за моим авторством, потому что там описано событие, связанное с этой балериной. Вот шпаргалочка называется вот так, не перестаю рекламировать. Очень неплохо. Открываем дом номер 13, если я не ошибаюсь. Да, вот. Видите, как Истомина изображали? С голой сисечкой обязательно. Это Орлов, который с Истоминой в постели в унылой наготе лежал, не отличился бодрым теме, достопочтимый генерал. Не думав милого обидеть, взяла Лаиса микроскоп, Лаиса – это сценический образ, и говорит: «Позволь мне видеть, мой милый, чем меня ты, собственно, любил». Это эпиграмма Александра Сергеевича Пушкина, который тоже связан с этим домом. И вот мое любимое развлечение, когда я вожу здесь экскурсии. Значит, ну, во-первых, показать этот дом, а затем спросить, видите ли вы здесь мемориальную доску. Вы знаете, я люблю насиловать людей мемориальными досками. Затем, когда там в какой-то момент, особенно, знаете, это сложно, когда пасмурно, сейчас-то вот солнце светит во все глаза, люди находят эту мемориальную доску, и дальше я спрашиваю, что не так с этой мемориальной доской. И этот же вопрос я адресую вам. Значит, смотрите, в этом доме бывал в 18-20 годах
из Пушкина в собраниях литературно-политического кружка «Зеленая лампа». Ну, литературно-политический кружок, это уж они уж совсем немножечко загнули. Но вот, да, давайте еще раз отойдем и вот ответим на вопрос, что не так. Как, по идее, должна была бы звучать мемориальная доска, здесь висящая? Что на этом месте стоял дом, в котором Александр Сергеевич Пушкин бывал. Ибо это, как вы понимаете, дом абсолютно не пушкинской эпохи, это уже вторая половина 19 века. Ну а Истомина, она послужила, соответственно, причиной четвертной дуэли, о которой вы можете прочитать вот здесь, в моем путеводителе, сейчас я его обратно положу. Мы здесь с вами еще окажемся, мы сейчас совершим такой круг почета по дворам, потому что, естественно, это изначально Большой театр Санкт-Петербургский, и сейчас это многострадальная консерватория, которую все никак не могут у нас допилить. Но нам, к сожалению, придется периодически скакать по временной шкале, потому что вот мы сейчас подходим на точку, где мы уже, наверное, не окажемся, потому что мы потом выйдем из дворов и пойдем туда дальше. А отсюда у нас открывается красивый вид на вот этот замечательный серый засранный забор, на вот эту замечательную синюю засранную конструкцию, которая здесь пытается изобразить из себя вход метро, которого здесь не будет по факту, он будет на углу Лермонтовского декабристов. Но, во-первых, открывается памятник, к которому мы с вами еще подойдем, это памятник Михаилу Ивановичу Глинке, и вид на, собственно, Мариинский театр. Так вот, если сейчас посмотреть на него, то мы увидим, что фасад довольно богато декорирован. Но я сейчас подставлю фотографию еще 60-х, 70-х годов, и вы увидите, что фасад довольно более скромный, потому что это еще тот фасад, который задумал Альберт Катаринович Каус, по проекту которого этот, собственно, и был построен театр. А это уже работа другого архитектора, и я вам сейчас покажу, можно пока показывать театр, я вам сейчас покажу еще одну книжку. Нет, не покажу, потом покажу. А, покажу, да, вот. Виктор Шрётер. Он довольно долго работал в театральном ведомстве. Здесь очень интересно написано, что в 82-м году, 19 век, да, дирекция императорских театров после ухода Кракау, это архитектор, кстати, по проекту которого построен дом номер 4, вот тот. Поступил Виктор Шрётер, рекомендовавший себя как театральный специалист. Ну и он вспоминал, что в этот момент туда пришли люди из военного ведомства навести порядок. И этих людей прозвали театральные подпоручики, потому что им действительно надлежало, собственно, привести это все в порядок. И что же сделал Шрётер? Он тут вот лепные украшения лир, значит, окна третьего этажа сделаны узкими, одностворчатыми, а в боковых частях круглыми и нарядными. В общем, руст вот этот вот, это все тоже Шрётер придумал. Но интересно еще, знаете что? Здесь это написано, но более интересно написано это вот здесь. Хотя, вы знаете, наверное, я об этом скажу, когда мы выйдем больше к театру. Хотя я могу и забыть. Да, плохо подготовился гид, отвратительно. Значит, в 1895 году там две ниши по бокам. Такие, они сейчас пустые. Значит, пойдем пока во дворы. Комиссия по капитальному ремонту Мариинского театра ходатайствовала об установке в этих нишах двух скульптур. Кому? Соответственно, двум великим композиторам. Ну, одному не мудрено, это Глинке, о котором еще пару слов скажем. Благо нас ждет памятник по проекту Баха, который его поставил там. А второму... И это было заказано архитектору Каменскому. Не архитектору, извините, скульптору. Вот здесь, кстати, вот в этом доме, интересно, сохранились вот эти деревянные ставки. Они были еще запроектированы изначально. И еще здесь очень интересен вот этот сохранившийся отбойник, колесоотбойный столб. Вот ведь он в такой форме. И, в общем, когда эти скульптуры были готовы и поставлены в этих нишах, это произвело определенный скандал. Здесь справа очень интересный закуток счастья, он такой широкий.
Я очередной раз вам показываю, видите, вот раз усиление стены, два усиления стены. И, чтобы уж совсем, поставлю вот эти швеллеры и, значит, стяжки продеты сквозь здание. Это чтобы домик не болел. Потому что флигели строили из говна и палок. Ну, я, конечно, утрирую, но тем не менее. И они вот очень часто гуляли. Да. Художник Серов написал письмо в редакцию журнала «Мир искусств». «Не могу не заявить об удручающем впечатлении, которое производит статуя композитора Серова, моего отца, поставленная в одной из ниш фронтона Мариинского театра. Громоздкая фигура композитора, напоминающая чугунные изделия уральских заводов, с длинными руками по швам, вдавленными внутрь коленями, с плоским лицом, весьма мало передает небольшую быструю фигуру А.Н. Серова, которую еще многие помнят». В общем, скульптуры убрали, а так бы у нас был бы праздник сейчас. Мы бы смотрели на них и думали, какая красота. Вот эти стяжки, вот видите, вот здесь вот они проходят. То есть вот так вот этот дом, этот флигель точнее, ну, дом флигель это как бы синоним по факту, но это имеет значение, когда мы говорим дом, который стоит лицевой частью на улице выходит, либо это вот внутридворовое помещение, потому что тогда все по-другому, ибо флигели, как я уже 28 тысяч раз рассказывал, они котировались гораздо меньше, нежели, собственно, квартиры, которые выходили на улицу. Ну, здесь тоже одно из моих любимых представлений Стольного града Питера, экс-Стольного града Питера, вот эта вот щель замечательная. Видите, как они прислонились друг к другу. Там просвет на самом деле, но этот просвет, он там уже свыше второго этажа. Вот вам, пожалуйста, образчик строительства той эпохи. Здесь обычно, когда я прохожу, ко мне приходят иногда высокие люди. Высокие не только полетом души и нравственности, но и чисто ростом. Да, я, естественно, показываю очередной вот этот контрфорс и говорю, специально для вас арочка. Ну и некоторым приходится пригнуть голову, как при входе в избу, али баньку деревенскую. Ну что, будет нас ждет этот котик? Тут обычно они справа, слева. Нет, в этот раз котики нас не ждут, нас ждут вот эти вот ящики наши советские, замечательные холодильники. Ну и тут я, как правило, опять-таки показываю людям и третирую их на предмет вот этих вот историй, да. Петли от конюшенных сараев, причем они идут у нас по периметру этого двора. То есть вот эти все люди, которые здесь живут, они живут на территории бывших конюшенных сараев. Ну и вот тоже моя любимая история «Здравствуй, сосед» называется. Вот, мы с вами выйдем и опять нырнем сюда. Потому что мы выйдем и увидим Никольский собор, но Никольский собор, он у нас уже фигурирует в другой видеоэкскурсии. Вы можете ее посмотреть. Я там хожу с очень красивым синим ирокезом. И мы идем туда в Коломну. Моя цель – опутать своими маршрутами город, чтобы вы могли ходить и наслаждаться. Вот он, прекрасный, красивый. Был, кстати, построен на мостовые деньги. То есть это деньги, которые взимались через проход по Исаакиевскому еще плашкотному мосту. Смотри, какая прелесть. Вспоминается песня такой замечательной группы 90-х Roxette. She's got a look. She's got a look. Или это не про этот лук? Про другой лук? Это мост, который раньше располагался на, ну, плашковые это понтоны по-нашему, по-русски, да? Знаете, это старое русское слово понтон. На лодках, короче. И он был единственным изначально, потом к нему добавился еще мост от Летнего сада. Вот, так вот, за переход с этого моста брали деньги. И вот на эти деньги строился изначально вот этот вот замечательный собор. А вся территория
здесь была, вот как раз еще при Екатерине II, отдана под всевозможные театральные развлекухи. И мне очень нравятся некоторые анонсы. Вот, например, в газетах писали: 29 августа 1763 года английский берейтер Батес неподалеку от морской церкви Святого Николая, мы ее только что видели, делать будет на лошадях верхом разные штуки. Вот так вот надо анонсировать, собственно, экскурсии. Павел Перец будет делать разные штуки. Например, выступать в роли педофила. Ой, смотри, здесь любовь. Они встретились. Он сидит у окна, или она. Мы чуть не разлучили эту любовную пару. Или это она похожа. А вот это он. Ты он или она? Эй. Похоже на... Что такое? Ты хочешь сюда, да? Хочешь сюда, хочешь киски? Вот видишь, как жизнь жестокая? Вот так вот. Хочешь киску, а тебе говорят, сиди дома. Ты... Ну ладно, они скоро воссоединятся. Я в этом абсолютно уверен. Или вот смотрите замечательный пассаж. Мой тезка, поэт Петров, пишет. Это про как раз вот эти все шоу, которые здесь проходили. Я слышу... А, вот мы проходим тем временем. Тоже мое любимое окно. Вот это вот. Чистое, как слеза младенца. Незамутненное. Я слышу странный шум музыки. То слух мой нежит и живит. Я разных зрю народов лики, то взор мой тешит и девит. Во славе древняя Россия, Рим, Индия, Византия являют оку рай отряд. Рай отрад. Господи, рай отрад. Там рыцари взаим пылают, и жар за жаром посылают, крутят коней, звучат бронями, в смысле бронями, в рвении, в пыли и поте, в незнающую стад охоте сверкают златом и мечми. Прекрасно, дарю. Наслаждайтесь. Помните, я вам показывал вот эту щель между двух флигелей? Вот она вот здесь вот. Вот эти два флигеля встретились вот туточки. Вот, мы с вами выходим обратно на канаву. Если честно, мы очень сильно ограничены во времени, потому что я втиснул этот пароход, пока у меня дитятя на скрипке играет. Мне, соответственно, я его отвел и привел. Ну, собственно, то, где мы были, это вот потому и было здесь приобретено, чтобы ему удобно было ходить в музыкальную школу, в будущем, ну, я надеюсь, в консерваторию. Выходим обратно на канаву. И здесь уже, перекидывая мостик определенный, я хочу показать вам, ну, надо чуть-чуть сюда пройти, отрывок из фильма про Римского-Корсакова 1653 года. Это была такая как раз череда, когда начали возвращаться вот эти все имена и доказывать, что Красная Армия всех сильнее. Это понятно и безоговорочно, но что и наша музыка национальная, она именно национальная, она не космополитичная, как тогда говорили. И вот здесь идет... Римский-Корсаков, ну, актер, который его играет, вместе с актером, которого играет Михайлова. И они останавливаются, и как раз вот сцена сюда. Корсаков, или Корсонька, как его прозвал критик Владимир Стасов, он же, собственно, как я уже говорил, и, возможно, вы знаете, наградил эту компанию, которая изначально называлась «Балакиревским кружком». О Миле Балакиреве у меня есть отдельный выпуск в плейлисте «Нижний с персом» из Нижнего Новгорода, но хотите, посмотрите. Стасов назвал их «могучей кучкой». И Корсаков, он же, ну, вообще морской офицер. У него был старший брат, которого звали Воин. Воин Андреевич Римский-Корсаков. Он его пас одно время, сам ему купил пианино. Но вот Римский-Корсаков, кстати, так и не научился
филигранно исполнять то, что ему нравилось. Балакирев, когда пытался играть с ним в четыре руки, в итоге говорил, знаете что, я, пожалуй, сделаю это с Мусовским, а ли с Бородиным, потому что они играют лучше. На что, конечно же, Римский-Корсаков очень сильно обижался. Он вообще был человек такой, ну, с внутренними очень серьезными амбициями, и в нем вот сочеталась вот эта творческая нотка с закалкой и выдержкой морского офицера. То есть он был такой педант, что, конечно, многими не приветствовалось. Ну и совершенно был просто скандал, интриги, расследования, когда он устроился вот сюда, в здание консерватории. Тут надо буквально в двух словах пояснить контекст. Консерватория была основана с подачи великой княгини Лейлы Павловны, и заправлял здесь Антон Рубинштейн, с которым вообще могучая кучка и с этим кружком Елены Павловны, заседавшим в здании нынешнего Русского музея Михайловского дворца, очень сильно враждовала и вообще отпускала по отношению Рубинштейна крайне антисемитские шуточки, называла его Тупинштейном и прочее, прочее. Ну, потому что он, соответственно, вот такой западный, да, из Гейероп, из Пиндосии, из вот оттуда вот. И поэтому, конечно же, вот эта затея консерватории, она считалась, убьет вообще весь замысел музыки, как вообще музыки можно научить, бла-бла-бла, дать какой-то диплом. И когда Римский-Корсаков сюда устроился, ну, они с Балакиревым очень сильно разругались, а потом они очень сильно разругались с Мусорским, давай туда сходим. С Мусорским они очень сильно разругались, потому что они же целый год прожили на Пантелеймоновской улице вместе, да, и там они там творили, бла-бла-бла, а потом Римский-Корсаков сделал предложение Надежде Пургольд, ну и, собственно, Мусорский считал, что она увела у него друга. В общем, вот такие страсти, мордасти. Да. А это изначально тот самый Большой театр, самый главный, самый первый, который здесь был построен, который тут жил-жил, развивался, и с ним связана масса историй. Ну, например, именно здесь, в этом Большом театре, Александр Сергеевич Пушкин, нами уже упомянутый, кстати, вот они из этого дома выходили вместе с Глинкой. У меня в путеводителе рассказано про Милорадовича, там как раз есть дом, где он жил. И именно туда, в этот дом, Пушкин ходил к нему на ковер отчитываться за свои преступления. Про одно из них я как раз сейчас расскажу. И когда они Глинка имеется в виду декабрист, конечно, да? И когда они вышли, Глинка сказал Пушкину, что Милорадович, он вообще, ну, такой, он рубака-парень, он любит вот такой пацан. И ты ему как пацан все расскажи. Ну, и Пушкин пришел, и Милорадович спрашивает, что, Пушкин, ты вот, значит, ай-яй-яй, и он говорит, да. Ну, а что, стишки пишешь, да. Ну вот, какие? Говорит, могу по памяти написать. И написал. Милорадович его простил. Вместо Соловков отправил на юг. К ужасу Александра Первого. А одно из, на самом деле, преступлений Пушкина свершилось вот здесь. Он ходил. Перед этим было убийство герцога Берийского. Это был второй сын Карла X, будущего Карла X. Ну, это постнаполеоновская эпоха, да, то есть период реставрации. И рабочий Лувель решил, что вот если он убьет, соответственно, одного из наследников, то шансы на реставрацию уменьшатся. И убил. И Пушкин ходил с портретом этого Лувеля, и на нем сверху было написано, естественно, по-французски, на каком еще языке, «Урок царям». Ну, вы знаете, даже, вот скажите честно, даже если бы в наше время кто-нибудь так вот заявился, да, после теракта и там с надписью, ну, я думаю, что это не закончилось бы для него без последствий. А уж что говорить про то время, да, когда все, весь высший свет вот был вот такой, все были под лупой и так далее. Значит, здесь у нас памятник Михаилу Глинке, который, когда открывался, значит, Новое время написало, что вот русский народ пробудится и скинет с себя там все эти путы и так далее. Но и он, кстати, пробудился потом. Глинка, где умер, об этом сказано в одном из моих выпусков из Берлина, который я снимаю на Глинкаштрассе. Там есть такая улица. И там, соответственно, изначально был барельеф, который еще при Советском Союзе установлен. А недавно, надо отдать должное немцам,
прямо на том месте, где стоял дом, где умер Глинка, повесили мемориальную доску маленькую, и, естественно, ее никто не видит. А вы пока, соответственно, вот мы сейчас перевернемся, точнее, ой, господи, вот сюда выйдем, я вам хочу показать фотографию вот туда, и там как раз будет виден Никольский собор. Дело в том, что памятник изначально стоял здесь, вот на этом самом месте. Ну, мало того, что он мешал, тут откровенно говоря, да, и препятствовал всей этой градостроительной затее, как вот эта синяя мандула, которую я все жду, когда же они уберут-то, потому что едешь здесь вечно вот в таком бутылочном горлышке, что с той, что с этой стороны. Да, и он здесь простоял до того момента, пока... Я вам сейчас покажу еще одну книжку. Эта книжка, кстати, довольно редкая. У нее тираж всего 1500 экземпляров. Я ее купил на выставке, посвященной архитектору Льву Ильину. Вот у меня тут недавно была экскурсия премьерная вокруг Нарвской. Мы там снимем обязательно маршрут. Я рассказывал про то, как именно Ильин распланировал вот это пространство от Нарвской до огромной площади, где стоит памятник Сергею Мироновичу Кирову и, соответственно, этот райсовет. Извините, что показываю в книжке, просто этого нигде больше нет. А сканировать эту книжку портит. Вот это план, только на его надо смотреть. Смотрите, это Мариинский театр. Вот это Мариинский театр. Вот это памятник Глинки. Это план, разработанный как раз Ильиным. Это консерватория, Большой театр. Вот к этому зданию маленькому мы сейчас еще подойдем. Вот он предложил его перенести сюда. А стоял он вот здесь. Вот это произошло, соответственно, в 25-м году. То есть это уже советская, как бы, история. Ну и здесь он, в общем-то, на самом деле куда более органично смотрится, чем если бы он стоял, выражаясь высоким штилем, тута. Или как правильно говорить, здесь и там. Правильно так говорить, да? Так, едем дальше. Этот Большой театр послужил могилой двум замечательным архитекторам. Ну, во-первых, Антонио Ринальди его строил изначально. Строил, упал с лесов, умер бедненький. А потом, когда объявили еще очередной конкурс, ну, он горел же постоянно здесь. Там бодались Кваренги и Тома де Тамон. Кваренги у нас построил Смольный, Манеж, масса еще всего. Ну, Тома де Тамон, это, прежде всего, биржа на стрелке Васильевского острова. Короче, Тома де Тамон здесь после пожара осматривал тоже этот театр. Залез на леса, упал и тоже умер. Такая замечательная, веселая история. Ну, вот бывают такие. Можно, в принципе, сюда прицепить какую-нибудь, знаете, там, типа, мистика Петербурга. Одно из мистических мест, где архитекторы погибали, только взойдя на помост. Что же двигает этой темной силой, которая уничтожает все творческое начало северной столицы? Смотрите на нашем канале «Рептилоиды и бублики». Ну, почему бы такого не быть? Вот, отлично, смотрите. 1794 год. Спектакль «Начальное управление Олега». К участию в спектакле были привлечены 600 человек статистов, солдат лейб-гвардии егерского полка. То есть, прикиньте, эти 600 человек заходили на сцену. Но это, в принципе, как история про театр Красной Армии возле Достоевской, где, ну, там же сзади пандусы, то есть там реально предполагал, что тут танки должны были заезжать и участвовать во всех этих замечательных мероприятиях. К сожалению, мы с вами не увидим... Вот тот средний дом, это дом номер 4. То есть вот дом номер 6 мы видим, а дом номер 4 мы не увидим. А он нам нужен. Ну, во-первых, там жил замечательный писатель Константин Вагинов, который стал, ну, более-менее известен только когда к нам стали возвращаться бариуты. Они были в забытии, поскольку там и Заболоцкий, и Хармс оказались не совсем правильными советскими ребятами. Но, возвращаясь к Римскому-Корсаку, у него же был такой, ну, как бы, ренессанс, все эти там его Садко, Снегурочки и так далее. И в вот его поздних операх обрела себя замечательная певица Забелла Врубель.
что вам намекает на то, что она, соответственно, была женой Михаила Врубеля. Они здесь жили. У меня тоже, опять-таки, есть с собой книжка. Но извините, что я буду это показывать в книжке, потому что я этих картин не нашел в интернете в нормальном разрешении. А раз уж у меня есть книжка есть, то почему бы ее не показать? Вот в этом доме они жили. То есть она, соответственно, была ведущей вокалисткой. Ну и где им не снимать квартиру, как здесь, в этом доме. Вот видите, Театральная площадь, дом 4. Вот смотрите, этот портрет сделан именно в этом квартире. Обратите внимание, на какие чудесные обои. Цветочки. Кстати, вот, можно сказать, под цвет сделали фасада. И, что самое главное, здесь автопортрет Михаила Врубеля, который был написан именно в этом доме. Очень интересная обстановка. Посмотрите, значит, такие вот кресла изогнутые, шкаф. Видите, лебедь, это определенная аллегория, намек, ваза. И в... Добрый вечер. Она снимается, но она упала. Оно упало. Все, мы уронили. Мы все уронили. В дальнем конце камин. Я ее как-то камин. Камин come out. Так, ну что ж. Не хватает нам зарядочки, да? Что вы говорите? Рюкзак он специально открыт, чтобы можно было вот так вот сделать, хопа, и убрать. Ну что? Нет, мы будем это делать, продолжать. Ну, тогда снимай руками. Проверим стабилизацию камеры GoPro. Я потерял в Москве стабилизатор, взял свой старый. Видите, он совершенно не держит, к сожалению, заряд. Да, в общем, вот здесь Врубель жил. Ну и, собственно, здесь проходили его уже последние годы. Я вам, конечно, хотел очень много рассказать и показать, но учитывая то, что у нас, видите... Ой, она вернулась. Оно вернулось. Да, а дальше мы выходим к дому, который построенный по проекту архитектора Гуна, характерный такими треугольными эркерами. И здесь, в этом доме, есть еще одна мемориальная доска, посвященная уже Всеволоду Емельевичу Мирхольду, который здесь работал в начале 20 века. Ну, когда он, соответственно, был режиссером Мариинского театра. И вот я вам зачитаю. Здесь, по его собственным словам, начались годы напряженной борьбы с театральной рутиной, со всяческой спячкой, со всяческой реакцией в среде искусства, театра под неустанными ударами со стороны желтой прессы и постоянными неприятностями со стороны цензоров. Оперные спектакли Тристана и Изольда Вагнера, Орфея и Глюка, Электр Штрауса, Каменный гость Доргомышского, поставленные на сцене Мариинского театра, принесли Мирхольду признание и славу глубокого интерпретатора классика. Инноватора. Знал бы Мирхольд, чем закончится его и творческий, и жизненный путь в Брюсовом переулке, где будет зарезана его жена Зинаида Райх, ну а сам он, соответственно, будет расстрелян. Хотя был абсолютно воцерковлен в эту советскую систему, именно его же называли мастером, и он именно ввел понятие мастер, то есть он сказал... Понятие «гений» отменяется, понятие «мастер». Но об этом мы еще поговорим, когда я буду уже делать экскурсию по Москве, по проходным дворам. Буду рассказывать вам про Эйзенштейна, потому что Эйзенштейн называл Мирхольда своим духовным отцом. С родным отцом у Эйзенштейна не сложилось, а вот с духовным отцом все было в порядке. Именно Эйзенштейн спас архив Мирхольда. Кстати, это большой творческий человеческий подвиг. Домик. Домик, пряник. Хотелось бы сказать, что здесь продают мороженое, но нет. Здесь писают и какают. Предположительно, это архитектор Алексей Зазерский, который построил таких домиков немало у нас в Петербурге. Один из них сохранился напротив Исаакиевского собора, хотя, конечно, дотошные специалисты на сайте City Walls ведут жесточайшие споры на этот счет. Такие заведения... сменили так называемые уриналы.
Ведь всегда была проблема, где справить нужду. Ну как была? Для представителей мужской половины человечества такой проблемы не было. Вот всегда люблю рассказывать историю, как Федор Михайлович Достоевский водил экскурсию для своей жены Анны Григорьевны Сниткиной и заводит ее в дом на Вознесенском проспекте во двор и говорит: вот здесь вот Анечка под этим камнем Раскольников спрятал вот это все. Она говорит: а ты-то, Федечка, что здесь делал? Он говорит: ну что я здесь сделал, да? Ну ладно, мужики, да, они могли встать и действительно это сделать в любом дворе, чем они занимаются и до сих пор, включая тот двор, откуда мы начали нашу с вами экскурсию. Но дамам-то что делать, особенно с их вот этой одеждой, да, миллион корсетов и так далее. Вот особенно было актуально постройка таких заведений для них. Более того, особенно была актуальна постройка отапливаемых заведений. Потому что, ну, извините, зима у нас, он, видите, какой у нас апрель. Это, мать его, середина апреля. Да? И вот несколько таких действительно отапливаемых туалетов. Там были печи, там было специальное помещение для дворника, который эти печи топил. И вот. А вот здесь, если посмотреть на... Сейчас покажу вам две гравюры, но они как бы сделаны от... Этого дома еще нет, они сделаны от мойки. Вот сюда мы посмотрим. И две старые гравюры, которые показывают вот этот большой театр с обстановочкой вокруг. И обратите внимание, что там вы можете видеть так называемые грелки. Специальные павильоны, которые, как я тут недавно выяснил, с удивлением, были даже запрожектированы, когда говорили по единому проекту архитектора Старова. Вот в Евгении Онегине есть такая строчка: еще прозябнув бьются кони, наскуча упряжью своей, и кучера вокруг коней бронят господ и бьют в ладони. На петербургском арго это называлось сушить портянки-боженьки. Точно такие же, на самом деле, грелки мы можем видеть и на изображении Большого театра в Москве. Почему? Потому что, ну, вы же приезжаете, так сказать, со своими лакеями-кучерами, Яндекс.Такси отсутствует и все остальное, и пока вы там наслаждаетесь музыкой, они... Че, куда им деваться-то? В булочную пойти, в кофейню там... Нет, конечно же. Вот они, соответственно, ждут и греются возле этих вот грелок. И еще, если мы почитаем воспоминания Цезаря Кьюи, возвращаясь к могучей кучке, то мы выясним, что, оказывается, там был такой пятый ряд, откуда можно было видеть сцену только с боков. И некоторые просто ложились на пустые скамейки и слушали музыку без зрительного контакта, как бы сейчас сказали. Но наиболее ушлые давали взятку сторожу, и он их пускал на крышу. И они, короче, там прямо вот, где люстра свисала, там было такое звуковое окно, отверстие, и они вот туда, прильнув ухом, слушали исполнение. Почему? Потому что сейчас мы счастливые люди, у нас вся музыка в телефоне, а тогда где ты ее послушаешь? Только здесь. Ну вот здесь вот памятник, это уже советский памятник Римскому-Корсакову, Корсеньке. Есть замечательный анекдот еще советский, как выходит выпускник консерватории, смотрит на него и говорит: ну, Моцарт, та-та-та-там. Да. И точно так же Шрётер участвовал в переделке этого театра. Напоминаю, кстати, что у меня есть экскурсия, где мы ходим с тенором Скороходовым по замечательному Мариинскому театру и даже поднимаемся на самый верх, вот туда, где находились мастерские Головина. А пойдем, перейдем улицу. Участвовал в перестройке этого театра, выяснилось, что фундамент был сделан прям вот на совесть. Тут сюда действительно вгоняли в 8-метровые сваи толщиной 35 миллиметров, собственно, как и Поднарские ворота. Забутовывали, тосинскую плиту клали, и, в общем, фундамент там все норм. А вот горел он неоднократно, и есть история, связанная с острословом Меншиковым, потомком того самого Александра Леонидовича Меншикова. Дело в том, что партер — это французское слово, тер — это земля.
пах – это на земле, пах – тэк. Раньше в театре просто тупо стояли даже, не сидели, а стояли на земле. Раёк – это, соответственно, то, что сверху. И приезжает Александр I на это пепелище, и вот Меншиков встречает, естественно, по-французски ему говорит, что ничего не осталось, остался один не райка, там, не ложь, ничего, остался один партер. Это игра слов, которую вот мы бы сейчас и не поняли, потому что ну, кто из нас знает французский язык. Вот это вот двор в здании бывшего Крикс-комиссариата, а потом интендантского заведения, то есть, в общем-то, то, что снабжало армию, приведен в потрясающий вид. Здесь очень приятно летом, мало кто о нем знает. Сейчас вот здесь как раз базируется консерватория, пока она там находится на реставрации. Здесь вот такие полосы есть со всякими разными датами. Видите, ну это конец, они начинаются вот оттуда, с самого начала. И довольно долгое время это все принадлежало военным, вот потом у них изъяли и передали под искусство. И помимо искусства, здесь у нас, видите, вот в катках растут деревца, всякие елочки и так далее. У нас здесь был совершенно потрясающий экспириенс. Я делал экскурсию первый раз по этому, ну не по этому, по другому маршруту, но я их там колбашу периодически, там, знаете, меняю в зависимости от настроения. И вот здесь Илона Маркарова читала как раз стихи Анны Андреевны Ахматовой. Ну, это мы залинковали историю Мирхольда, соответственно, и вот все, что с этим связано. Ну и, в общем, Большой театр в итоге был, спасибо КЭП, переконвертирован в консерваторию, которая долгое время здесь и функционировала. Вот я буду делать выпуск про маскировку шпилей Петербурга. Удивительно, но двое из четырех людей, которые там участвовали, они были выпускниками консерватории. То есть вот это меня очень сильно поразило. Ну, как бы у нас считается, что типа музыкант на скрипочке играет, типа, ну и все. А там был такой народ, который играл на скрипочках, ну, условно говоря, но при этом лазал на Эльбрус, занимался, соответственно, военной подготовкой. Ну, время было такое, да, то есть вот 30-е годы. И, соответственно, это тоже очень интересно характеризует эпоху. Мы вышли с вами на набережную. Солнце светит в левый глаз. Ну, вообще, конечно, эту фотографию надо бы показывать вот оттуда. Но я вам покажу ее отсюда, потому что здесь изображена конка, которая тащит огромное количество людёв. Ну и закончить наш сегодня не очень такой большой маршрут. Мы с вами еще раз прогуляемся, потому что здесь можно залинковать вот это здание морского экипажа, которым командовал Кирилл Владимирович, а ему принадлежит особняк там на улице Глинки, точнее. Вот есть такая книжка, раз уж мы про Римского-Корсакова заговорили. Сейчас у нас очень интересная эпоха тоже. Я вам кое-чего хочу здесь зачитать, потому что сейчас вот у нас идет такой поиск национальных предателей и так далее. И в этой связи крайне интересно посмотреть, как теперь трактовать некоторых выдающихся личностей Российской империи. Потому что 905 год, идет маленькая победоносная война, которую российская армия благополучно проигрывает. Но в 905 году не случилось а-та-та. Точнее, оно случилось, но такое, не катастрофичное. Ну и, соответственно, Кровавое воскресенье. Начинаются здесь всякие там забастовки и прочее. Это называется сходки. Собрание происходит в консерватории. Поводом к выражению протеста послужило циничное поведение вольнослушателя, солдата музыкальной команды Манса, принимавшего якобы участие в расстреле демонстрации. Очень хочу обратить ваше внимание на слово «якобы». Не доказано, принимал он, не принимал, но я просто знаю историю про московские события, когда там на основе абсолютной лжи
был устроен теракт в Гнездяковском переулке, здание охранного отделения. Типа там расстреливали рабочих и демонстрантов в саду «Аквариум», что было полной дичью. И потом, соответственно, выяснилось, что это дичь, но теракт уже был совершен. Ну и вот, соответственно, писала, например, мать Прокофьева протесты. Вот она говорила, что говорят, например, Ауэр, это преподаватель, колотит смычком по голове нерадивых учеников. Ну, собственно, очень часто у нас линейкой били по рукам, а когда я хореографией занимался, так там тебе скакалкой по жопе вообще прилетало через раз. Но вот время было такое, нельзя было смычком по голове стучать. В общем, вторая сходка подтвердила признание первой, и комитет призвал преподавателей поддержать свое решение, то есть заявить забастовку, прекратить занятия, то есть, ну, студент обращается к преподавателям. Искусство не может и не должно служить оправданием общественного индифферентизма. Гражданский долг стоит выше всех профессиональных различий и традиций, говорилось в обращении. События в последнее время таковы, что мы сочли себя не вправе молчать. Постановивший забастовку, буду всеми силами поддерживать свое решение и не станут посещать занятия. То есть речь идет о том, чтобы прекратить занятия, поддержать всеобщую забастовку. Это в тот момент, когда страна ведет войну за пределами государства. Что же делал Римский-Корсаков? Поддержал ли он государство или он поддержал протестантов? Как вы думаете? А он был уже в годах, он уже был мэтр, все такое прочее. Римский-Корсаков поддержал студентов. И в итоге вот дирекция РМО, это Русское музыкальное общество, уволила его за дискредитацию дирекции и за выступление в печати. Ну и в знак протеста сразу были уволились Глазунов, Лядов, Есипов, Блуменфельд, Вершбилова, Соколов и бла-бла-бла. Всякие тут писались, соответственно, протесты против этого. А дальше сатирический журнал «Стрекоза». Они могли бы управлять делами звероловной компании, сахарного синдиката, лесопильного завода или заклада движимых имуществ. Это про тех, кто, соответственно, занимается управлением в Русском музыкальном обществе. Римский-Корсаков больше не профессор, он уже просто Римский-Корсаков. Ну, в общем, тут начали писать всякие письма, даже крестьяне вот прислали ему 2 рубля 17 копеек и так далее. И они решили поставить оперу «Кощей». Почему «Кощей»? Объясняется. С одной стороны, нас манило задание собственными силами поставить никогда еще не шедшую в Петербурге оперу, а еще принадлежащую Перу Римского-Корсакова, перед которым мы все благоговели, писала ученица Юлия Ландау. С другой же стороны, само содержание «Кощея», победа светлых сил над темными «Кощеем царством», как нельзя больше подходило к нашему тогдашнему настроению. Ну и действительно, в здании, о котором вы можете прочитать в моем путеводителе, здание «Пассажа», ну, там много кто отмечался, даже Достоевский там выступал, была поставлена эта опера, приехала полиция, значит, после первого отделения заставила, соответственно, ее прекратить. В общем, Римский-Корсаков выступил в качестве узника совести и все такое прочее. И вот он писал: «Какие ужасы творятся в России? Злые дураки сами не знают, что делать, голову потеряли, а главного все-таки не делают». Ну вот это к вопросу о том, как, соответственно, воспринимать контекст эпохи, да, то есть что должен был делать Римский-Корсаков, поддержать правительство в той ситуации или выступить против него. Это особенно актуально сейчас, когда перед многими стоят такие вопросы, и не все на них находят ответы, а самое главное, и я это понимаю, что почему люди должны, в принципе, давать ответы на такие вопросы, когда их изначально не спрашивали о том, а хотят ли они попасть в такую ситуацию. Вот Римский-Корсаков, например, в такую ситуацию попасть не хотел. Хотя он был морской офицер, он служил в армии, единственной всей этой могучей кучки. Он совершил кругосветное плавание на своем клипере и прочее, и прочее. Это вам на подумать, на, так сказать, на выразить свое мнение в комментариях. Вы знаете, что у меня полный демократизм. Я не баню, комментарии не тру. Скажу сразу, во-первых, что в наше тяжелое время
Если вы задумались о приобретении недвижимости, у меня есть прекрасный мой друг Сашечка, который вам в этом поможет. Он мне неоднократно помогал, он неоднократно помогал моим подписчикам. В общем, если надо, обращайтесь, я оставлю его координаты в описании под этим видео. Экскурсии идут сейчас в основном в Петербурге. Будет целая пачка на майских праздников. В Москве я, честно говоря, уже не знаю, что делать, потому что вот позавчера я повесил, вчера я повесил анонс, и уже на одну из них все билеты практически проданы, а она будет еще только вот через неделю с лишним. Поэтому, ну, буду стараться, конечно, приезжать чаще, но это мне не всегда удается в силу определенных обстоятельств. И напоминаю про книжки мои замечательные, путеводители, о которых я рассказывал, про книгу про русско-японскую войну, про пиар во время русско-японской войны и про свой остросоциальный роман «Корень» и про то явление, которое я там описываю по части неонацизма, что, в общем-то, тоже в настоящий момент крайне актуально. Оставляйте комментарии. Мы с вами здесь еще будем гулять, и неоднократно. С вами был гид Павел Перец. Увидимся. Пока.